Привет! Всем привет! С вами Чанова Вова. И мой друг Тимур написал: возьми машину, трактор, а карту леса. Да без проблем. Так, где же тут у меня трактор? Прокачиваю. Сейчас забираю подарок. Так, карта леса. Покупаю. Все тут прокачиваю. Сейчас, погодите. Прокачиваю. Мой друг Тимур написал: возьми трактора и выбери карту леса. Ну окей. Сейчас прокачиваю. Так. Так, готово. Все, забираю подарок. Давайте до 6-го левла. Ну все. До 6-го левла. А после 6-го левла буду как-то попытаюсь умереть. Голову разбить. Ну вы поняли, короче. Так, все, я еду. Сбиваю. Сбил. Все деревья надо сбить. Он просто хочет надо мной подшутить. Как я с этим лесом и с трактором справлюсь? До 6-го левла. Ну и, короче, понял. Так, сбиваю. Жесть. Они хрустят, как макароны. Вы слышите? Так, все, едем. И немножко газую. Их. Путешествие начинается. Едь быстрее. Жесть, ребят. Он просто хочет надо мной поржать, как я буду так мучиться. Я не знаю, короче. Он, наверное, хочет надо мной поржать. Блин! Наверное, он хочет реально надо мной поржать. Ну, я просто так не сдамся. Сейчас. Еду. Я подгазую немножко. Это жесть, ребята. Он реально хочет надо мной поржать. Блин, главное мне не убиться. Главное мне второй раз сам себя не убиться. Так. Да, короче, главное, чтобы я чуть сам не убился. Так. Эх. Так. Я не знаю, короче, он, наверное, хочет надо мной поржать. Но я, точнее, сам не знаю, так сбиваю. Их. Как же долго. Сейчас. Я немножко газую. Это жесть, ребята. Я лечу. Осторожно. Сейчас. Их! Давай! Хороший мой тракторчик. Эх. Нет! Я выключу паузу. Фух, еле-еле. Так, мне кажется, мне самому-то будет сложно. Я не знаю, наверное, Тимур будет это видеть и будет, наверное, надо мной ржать просто. Просто, наверное, будет надо мной ржать. Фух, чуть не убился. Мне еле-еле повезло. Я лечу. Блин, я не знаю, короче, ребят. Это жестко, ребят. Это тупо, это очень сложно. Напишите спасибо моему другу, то, что он выбрал мне такую сложную катку и сложную машину. Ну, можно сказать, трактор. Блин, как же я устал. Я чуть не перевернулся, фух. Нет, я и не перевернусь. Нет, фух, чуть не перевернулся. Нет, да блин. Фух, мне еле-еле самому-то везет. Нет, фух, чуть сальто не сделал.
Короче, вы видите, мне тупо сложно очень. Я не знаю, ребят. Я не знаю. Так, сейчас. Да блин, я устал уже делать сальто. Нет! Нет! Фух, ребята, я еле-еле добрался. Я не знаю, если я еще раз проиграю, я не знаю, что буду делать. Короче, я как-нибудь постараюсь этому не врезаться. Я пока ставлю на паузу. Я три раза назад сделал фляг. Ой, фляг. Давай быстрее, давай. Ребят, ну это, короче, мне это сложно. Я опять сделал фляг. Я газую, наконец-то. Нет! Ну я так просто так не сдамся. Давай, моя миленькая, еще чуть-чуть. Yes! Не врезаться, главное. И не убиться. Так, сейчас. Давай. Так. Быстрее. Я не знаю, короче. Я не знаю. Я, наверное, долго, наверное, буду записывать. Фух, чуть не убился. Кому-то нравится сложный режим. Некоторых других игра... В игре. Кто-то любит сложное, кто-то любит легкое. Я вообще не люблю сложное. Просто я не люблю. Давай. Фух. Я не знаю. Наверное, Тимур будет просто надо мной ржать. Их, давай, моя ласточка. Я еду. Давай. Моя миленькая, давай. Осторожненько. Едем. Я опять сальто делаю. Что ж такое? Что ж? Нет! Ребята, я не знаю. Короче, ребят, я просто не знаю. Я, наверное, сейчас буду, наверное, заканчивать. Но я поставлю на паузу, попробую еще раз пройти. Все, ребят, я не буду апать шестой ранг. Ой, шестой уровень. Я не знаю, я, наверное, я в комменте этому своему другу, наверное, поставлю дизлайк. Наверное. Короче, ребят, давайте будем на это заканчивать. Все, я не смог набить шестого уровня. Короче, будем на это заканчивать. Все, подписываемся, ставим лайк, нажимаем на колокольчик, пишем комментарии. Всем пока!